Топереча, как положено новости доложить, так, Филипп Исаевич? Чего? Труда не составить, привычные. Вот, извольте видеть, с Москвы, с Питера, срочно сообщите достоверность слухов убийстве Николая Романова. А то б я не сообщил бы! Благоволите тепереча отвечать самолично. Вот что, Саша. Когда сюда посылали, Свердлов прямо спросил: поладите? И я уверенно ответил: поладим. Ага. Было бы, понимаешь, обидно ошибиться. Я жизнь свою положил на алтарь революции. У меня кроме нее никого. Я пацаном затемно по 10 верст на работу. Зимой волки следом. У меня зубы стучат со стужи да со страху. Вот тогда я поклялся, жизнь положу. Я с 15 лет в партии. Исподобился. Не доверяют. Контролируют. Мальчишка, я 20 лет в партии, с 12-го года член ЦК. У меня тюрем, ссылок больше, чем у тебя волос на голове. В 17-м в октябре с Ильичом руководил переворотом. А тут изволь. С мальчишкой совещаться. Дурак ты, Саша, прости господи. Доверие партии к тебе безгранично, иначе и быть не может, коли вся молодость под салфским тюрьмом. Остановиться в позу обиженного перед партией нелепо. Я ведь тоже так могу. А ну в нынешнем ЦК. Куда как меньше моего в партии. Ничего, не ропщу. Срочно сообщите достоверность слухов убийства Николая Романова. Что ответил? Ничего. Правильно. По-твоему, с умыслом слухи распустили? Темнит Москва. Солопаевск еще телеграмма от Сергея Романова. Почему, мол, перевели их великих князей без вины на тюремный режим? Ответил: предупредительная мера ввиду побега Михаила из Перми. Теперь, Саша, главное. Меня в Москву вызывают. Остаешься один на архисерьезнейшем деле. Не завидую. Мое отсутствие. Войдите. На него можешь опереться. Вот он, наш уральский пролетарский якобинец. Яков Михайлович Юровский. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Здрасте, Яков Михайлович, здрасте. Как рука Яша? Слышал, много крови потерял. Не беспокоит? Поджила уж, благо кость цела. Да и левое дело не решает. Что решил Яша? Не в моих правилах от задания партии уклоняться. Чудесно. Присаживайся. Работать будешь под непосредственным контролем Александра Георгиевича. Ну, а теперь послушаем, что у нас в самом доме особого назначения, в Ипатьевском. Войди, Паша! Павел Спиридонович Медведев, рабочий коммунист, громил Дутова, теперь начальник караульной службы. Садись, Паша. Докладывать будешь лично товарищу Юровскому.
Итак, что у нас нового в Ипатьевском? Дёру давать не замышляют? Не похоже. Нет, оно, конечно, не всяк спит, кто храпит, только разве оттуда убежишь. А новые Авдеева на фабрике с комиссаров тронули, у дружков его полномочия. Но это мы знаем. Как по-твоему, охрана ваша надежная? Ну, не сказать, чтобы очень. Авдеев сам пьет много, жалостлив стал, ворует при нем, распустил команду. Весьма неприятное обстоятельство. Любого вора возможно подкупить. Жалостлив, говоришь? И пьет. Ну, Яков Михайлович, разбирайся, действуй. Пойдем. Сестры спрашивают, скоро ли молиться. Как с прогулки вернуться? Молодец, Евгений Сергеевич, добился прогулок. Пусть гуляют. Папа обожает гулять. Редко вдвоем с тобой, Таня. Тебе одной открыться могу. От всех страхи свои должна таить. Тоже стараюсь поддержать сестер, как умею. Прежде борьбы желала, Таня. Хотела помочь папа. Страдала за Россию, как за своего ребенка. Хотела врагов своих и престола сокрушить. Теперь Господь дал смирение. В одном не до конца смирилась еще. Надежда жива, что народ русский опомнится. Обратиться вновь к помазаннику Божьему. Так и будет, Таня. Говорят, крещение на Никольских воротах Кремля чудодейственно обновился образ Николая Святителя при октябрьском разгроме померкший. Знак? Знак верный свыше? Да, дай-то Бог. Ты помнишь, троих наметил собор? Митрополита Киевского, митрополита Новгородского и митрополита Московского. Умнейшего, сильнейшего и добрейшего. Три жребия были положены на святой престол во храме Христа Спасителя. И пал жребий, и указал Господь быть добрейшему. Добро. Добро, Таня, воцарится над миром. Да, я знаю, святые отцы молятся за нас. Я сегодня вспомнила, как восторженно в Новгороде встречали. За два месяца только до смуты. А помнишь Кострому? Толпа в Волгу пошла, во след нашему пароходу. Да нет, врут те, которые говорят, что Россия меня не любит. А вот и мы погуляли превосходно. Ну как ты, солнышко? А Евгений Сергеевич ванну разрешил? Да. Да, первую, с Тобольска. Скажи, мама, о чем ты меня спрашивала? Мама, а кто такой Интернационал? Вот здесь написано, это есть наш последний и решительный бой. С Интернационалом воспрянет род людской. Кто это такой? Где ты это нашел? Это Александр Дмитриевич дал. Кто? Это господин Авдеев. Здравствуй на страх врагам. Здравствуй на славу нам. Сильный, державный, царь православный. Оставьте нас. Слушаю вас. С очередной инспекцией, как член исполкома совета. Имеете какие-нибудь жалобы, пожелания? Новые в жизни вашей? Ну, пожелания все равно, как правило, не исполняются. Что же касается до нового, то я думаю, что такие мелочи навряд ли заинтересуют вас. Петр Лазович, если не ошибаюсь? Нет, не ошибается. Прекрасная память у вас. Ну что ж, позвольте представиться иначе. Не только революционер, член исполкома совета,
также и автор некоторых исторических трудов. Не упускает случая порадовать публику кое-какими своими суждениями. Пишите. Прошу вас. Благодарю вас. Ну что ж, наконец-то открыли окно. Можно теперь дышать. Вчера в Троицын день священник приходил, отслужил настоящую обедню и вечерню. Маленькому лучше. Ужинал со всеми в столовой. Удовлетворены ли, господин историк? Ну, что ж, маленькому лучше. Прекрасно. Кстати, вам как фаталисту. Любопытно будет узнать. В гимназии сидел я за партой, где когда-то сидел народоволец Желябов. Значит, сама судьба уготовила вам участь революционера. Террор, убийство, кровь. С какой неподражаемой легкостью слетают с вашего языка эти страшные слова. Нет, не угадали. Обвинен был лишь в участии в покушении на Думбадзе. Пришлось эмигрировать. Кстати, любимчик ваш Думбадзе, ой, как заслуживал покушения. Хотите анекдот, ходивший тогда по Ялте? Да, сделайте милость. Ну так вот, вы, если помните, амуницию испытывали, маршировали по сколько-то верст. Ну, встречаются два еврея, и один другому говорит. Слышал, Хаим, какой храбрый у нас государь. Он 3 часа один ходил в солдатской форме, ну а другой ему отвечает. Эх, Мойша, попробовал бы он надеть наш еврейский лапсердак и пройтись мимо дома Думбадзе. Вот тогда бы я сказал, что он таки да, храбрый. Это я к чему? Авдеев сообщил мне, что вы интересуетесь национальным составом нашего облсовета. Могу утолить ваш интерес. Так вот, председатель облсовета Белобородов, русский, товарищ его Дедковский, украинец, в президиуме Толмачев, русский, Голощекин, вот тот действительно еврей. Из видных членов исполкома покорно ваш слуга, украинец. Сарамолотов, Сакович, русские, Тунтул, латыш. Так что вывод о засилии в нашем руководстве евреев, мягко говоря, поспешен. Жаль, доктор Боткин страдает почками и не встает. Он насчет членов центрального вашего комитета много чего сказать может. Извините, но лучше бы вам оставить эти бесполезные изыскания. Тем более, если взять во внимание, что сами вы, бывший русский царь, на 1/32 только русский. Даже если род ваш вести не от Петра Ульриха, а от Сергея Салтыкова. А уж как русский народ вас любит, нетрудно судить. Несколько дрянных офицеришек, присланных в Тобольск, все, что предприняли даже ярые монархисты. Могли бы и вовсе вас здесь без охраны держать. Рабочие требуют. Ну, хотя вы верно, несмотря ни на что, на реставрации надеетесь. Ну, удалось же бурбонам вернуться в Тюрлей, в обозе иноземцев. Напрасно стараетесь разозлить меня, либо спровоцировать. Что же касается до сделки с неприятелем, то думаю, что после Брестского договора, постыдного этого мира, кажется, каждому ясно, кто патриот России. Кто изменник. Вот вы о чем. Ну что ж, я тоже вернулся в Россию в запечатанном вагоне. Но все-таки, как не обидно вам, не шпион. Россия была на грани победы, когда погибла... А если бы не погибла, а победила? Любопытно знать, каких плодов от этой победы вы ждали. Ну, ваша, так сказать, профессион де фуа. Пишите. В результате войны Россия вправе была надеяться на определенное приобретение к пользе ее направленное.
Главная же задача в этой войне – уничтожение германского милитаризма. Кошмара, в коем Германия заставляет нас жить вот уже более 40 лет. Вырвать у немцев возможность реванша. Дадим разжалобить себя. Новая война через короткий срок. Дело свое считал оправданным перед Богом. Тогда надолго утвердился бы мир в мире. Большевики слишком недальновидны, подыгрывая Вильгельму. Ну да, но, как показали события последних лет, не вам хвастать дальновидностью. Да-да, я ошибся. Переоценил народ свой, переоценил. Ну что ж, мы оба, он и я, наказаны будем. С вами ясно. А вот народ, кто же, по-вашему, накажет его? Россия, хотите вы того или нет, может быть, только монархия. Говорю не о преимуществе монархии как таковой, нет, я другое разумею. Народ мой внутренне не готов к демократии. Потребно долгое, упорное развитие с медленным введением начал самоуправления. Увы. После настоящей смуты в России вновь утвердится единоличная власть. Монархия или не суть важно, но наперед скажу. Власть сильная, скорее всего, деспотическая. Вот тогда затрепещет несчастный народ мой. Ну, а моя вина, Господь взвесит мою вину. Во всех начинаниях руководствовался я верой, совестью и любовью к родине. Да, любопытно выходит. Значит, во всем народ виноват. А Божьей милостью Николай II, император и самодержец всей Руси, царь польский, великий князь финляндский и прочее, тот светил и непогрешим. Хоть крылышки рисуй. Как же любите вы делать хорошую мину при плохой игре? Из любви? По совести. Гнали вы русский народ на бойню, морили голодом, расстреливали безоружных. Скажите, а неужто и впрямь Распутин 1000 женщин имел? Никогда не интересовался подобными материями. Да? Ну так вот, что я вам скажу. В политике не вера решает. И уж тем более не совесть. А дамы? Так-с, дамы, дамочки, нежный пол. Женись вы на другой. Не гемофилии, не Распутина. Алиса Гессенская вас погубила, но Россию спасла. Без нее когда бы еще революция? Хоть сей дом не мне принадлежит, пойдите вон. Ну, стоит ли рвать окончательно? Боже, храни царя. А сам? Так, разводящий. Кто? Кто дозволил, ты, гад, дойти в порос? Опять донесешь? Беги, доноси, провокатель. Нас нынче не обойдешь. Сами кого хочешь. Я в диво твоего с комиссаром скинули, отсюда отошьем. Врешь? Вру? Оспытай. Донеси, хошь, кому как здесь меня встретил. Сей момент, кувырем, полетишь. Поглядим, еще донос тут. Спускать тебе или как? Как же?
Иван в такую силу поэрия взошел, а? И хулиганичать бросай, бирюлик царских вперед не тронь. Все, могила. Ты это, ты убери ты ее, Христа ради. Ну, как оно там внутрях? Да мебелишка не особо красная, зато держат самих себя уважительно. В команде-то что? Да что там может быть? Говорят, царя отправят и всем прямиком на фронт. Ну что, Ники, нет сигнала? Ники, о чем ты думаешь? Вот дожил до 50 лет. Пережил дорогого отца. Даже самому странно. Ники, я тебя не узнаю. Решается не наша судьба, а судьба России. Ты думаешь, от нас еще что-нибудь зависит? Вот сидим, сигнала ждем. Неизвестно, какой сигнал, неизвестно, кем поданный. Ники, не говори так. Это смелые, честные, истинно русские люди, настоящие воины Христовы. Они спасут нас. Какой ценой? Я тебя не понимаю. Ну, что, ничего? Ничего. Папа, можно второе письмо, вчерашнее? Давай еще раз все обсудим. С Божьей помощью и вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. Необходимо расклеить одно из ваших окон, чтобы вы могли его открыть. Как раз открыли. В случае, если маленький не может идти. Нет, а почему не знаешь, что мы зовем Алексея маленьким? Хотя нет, невелика тайна. Но кто его понесет? Нести мог бы я сам. Все равно я не понимаю. Но я не понимаю, какого сигнала мы ждать должны? Как мы узнаем, что это и есть сигнал? Нет, чем дверь забаррикадировать? Это как раз не трудно. Ну как? Доктор не спит? Нют, люди тоже ждут у себя. Страшно очень. Ну что ты, глупенькая. Иди. Иди. Иди, успокой всех. Иди, Анастасия. Господь не оставит тех, кто любит его. И в первом письме было что-то странное. Там написано «за вас», а не «за ваше величество». Об одном Богом должны молить. Чтобы крови ни капли не пролилось по вине нашей. Да, крови, пожалуй, уже довольно. Нет, но я не понимаю. Я не понимаю. С одной стороны, нельзя упустить этот шанс. С другой стороны, как они уверены в удаче? Ведь если мы спустимся, опасность еще больше. Охранники увидят нас, откроют стрельбу. В нижних комнатах пулемет. Все вижу, Таня. Все вижу и понимаю. Но так мучительно ждать. Хоть бы уж какой-нибудь конец. Мы не можем бежать. Мама! Мама! Папа! Там Алексей проснулся. Он сильно плачет. Мы не можем его успокоить. Ну, что держит тебя дать сигнал? Ну, конкретно, черт тебя возьми, что? Юровский наготове? Сам помогу. Один твой звонок завертел с машины. Послушай, ведь полтора года тому назад единый росчерк его величества, и мы в тюрьме, на каторге. Мы на виселице. Москва, Кремль. Секретарю совнаркома Горбунова с обратной проверкой. Весь запас золота и платины вывезен. Два вагона стоят в Перми. Просим указать способ хранения на случай поражения Совет власти. Предупол Совета Белобородов, комиссар снабжения Войков. Ну что, стоп, стоп! Подпиши. Да... Ты что, не понимаешь? Ты не понимаешь, что ночь на исходе? Ну, не дашь команды теперь же, все пропало.
поважнее твоего золотишка дела есть. Москва ровно воды в рот. Свердлов на запросы не отвечает, тот еще дипломат. Дорогой мой, когда историю делаешь, прочь детские страхи. Революция должна быть жестокой к низвергнутым тиранам, иначе она рискует потерять популярность в массах. Цитата. Легко судить, коли с другого спрос. Ну-ка, Петрусь, прочти еще раз Аличин ответ на наше второе письмо. Второе окно, выходящее на площадь, стоит открыто уже 2 дня, и даже по ночам. Так, коменданты, его помощники, внутренняя охрана, их 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами. Ну хорошо, хорошо, об охране я пропущу. Вот главное, не забудьте, что с нами будут доктор и прислуга. Было бы низко с нашей стороны оставить их тут после того, как они добровольно последовали за нами в изгнание. Добренькую строит выдра германская. Ну хорошо, сегодня мы их порешим. А ведь завтра нам предъявят. Большой, дескать, козырь был в игре с немцем. Контрибуцию скостить могли. Мнение мировое. Отыщут, Петрусь. Уж они отыщут. Вот поэтому, думаю, не зря Голощекин на меня все бросил, а сам уехал. Не могу, не могу! Этакое решение единолично. Не могу. Ну, примем двулично. Ты да я. Сомневаешься? Ну, собери, наконец, исполком. Сдурел! Совет вовсе ни при чем. О переписке знает руководство чрезвычайки, ты да я. Да, да почему ты, Вайнер? Вот. Почему-то. Дружок Голощекинский. Ах, вот оно что. Вот его-то я и жду. Здравствуйте. А, здравствуйте, товарищ Вайнер. Здравствуйте. Прошу. Филипп Исаевич, уезжая, завещал как раз в трудную минуту вашего совета спросить. Вот момент такой настал. Вы ведь в курсе нашей переписки с царем? Прошу вас. Да-да, да-да, в курсе. Если кому-то интересно мое мнение, я могу его высказать. Интересно, весьма интересно. Николая надо судить, а провокацию как метод борьбы я не приемлю. Наша революция ничем не хуже английской и великой французской. Николай, безусловно, заслуживает казни, но только лишь по приговору открытого суда, как Людовик и Карл. Ну хорошо, а если суд не найдет достаточных оснований? Робеспьер, призывая конвент казнить Людовика XVI, сказал, если не виновен король, значит виновны те, кто его свергли. Я не верю, что войска могут творить кровавое преступление без ведома верховного правителя. Кстати, вот вам другие слова того же самого Карла. Когда незаконно казнят короля, ни один из подданных не застрахован от беззакония. Я вижу, не по душе совет. Дождитесь тогда Голощекина. Ну, стало быть, времени не имеем. Сигнала нынче ждут до рассвета, после поздно будет. Я категорически против. Хотя понимаю, что мое мнение мало значит. А знаете, что говорит Ильич о таких, как вы? Вот. Пусть слабохарактерные, слабосильные и путающиеся интеллигенты идут куда хотят. Я остаюсь с рабочими и матросами, и мы дойдем нашим путем к победе. А Абрамановых вот. Если в такой культурной стране, как Англия, не знавшей ни монгольского ига, ни гнета бюрократии, ни разгула военщины, если в такой культурной стране понадобилось отрубить голову одному коронованному разбойнику, чтобы обучить королей быть конституционными монархами, то в России надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых, чтобы отучить от организации черносотенных убийств и еврейских погромов. Знаете, почти безошибочно процитировали.
Но сказано это было давно и в иной исторической ситуации, вовсе не является призывом к резне. Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу. Твою погибель, смерть детей, жестокой радостью вижу. Александр Сергеевич, Пушкин. Послушайте вы, революционер в футляре. Тысячи, миллионы угнетенных, поколения забитых и замученных смотрят на нас, на тех, кому выпало счастье отомстить. И это святая месть. Неужели дрогнет рука наша? Я разделяю ваши чувства. Но святое возмездие да будет справедливым. Не уподобимся палачам, останемся людьми, свершая его. Простите. Господи. Чтоб вы заебли с вашими резонами. Зря, значит, задевались. Впустую мучился. Письма по-французски сочиняющие, мозги последние напрягающие. Не впустую, Петрусь. Не впустую. Теперь хотя бы имеем документ об заговоре монархистов. Здравствуйте. Здравствуйте. Болит коленка? Болит. Передайте доктору, чтобы наложил гипс или тугую повязку. Ступайте. Леня, располагайся. Я сейчас. Выходит, Яков Михайлович, вместе теперь. Завсегда с нашим удовольствием. Это, как говорится, нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. Уж не обессудь, Медведев, не обессудь. Сам поди в коменданты метил. Куды? Вы ж себя не вырастешь. Скажи-ка, Медведев, а кто у нас наверху, на внутренних постах, охрану держит? Все те же дружки авдеевские, которых вы нынче повыгнали. Виноват. Ясно. Ну, пока несите охрану вы, а потом потребую людей из чрезвычайки. Теперь так, пулеметных два поста? Так точно. Третий установим на чердаке, чтобы господствовал, так сказать, над местностью. Завтра прикажу пулемет. Можешь звать с команды. Слушаюсь. Сейчас быстро будет. Пока, Яков Михайлович, молочка откушайте. С язвой надо. Откуда молоко? Монашки носят, с Новотихвинского. Интересно. А вот тем арестованным, которые в тюрьмах сидят, они тоже носят?
повару ихнему передашь. А когда монашки явятся, меня кликнешь. Разберемся. Я воровство это, авдеевское этот дух, быстро вышибу. Чего звать-то? Пришла желанная. Чего долго так? Задумал бежать, так нече лежать. Вот мотай на ус, комендант новый наш, Яков Михайлович Яровский. Это Сафонов Файка, разводящий, свой сосердский, не с авдеевских. Садись, проходи. Здравствуй, сынок. Другой раз в комендантскую позовут, ты сперва постучи. Понял. Так ты же понял. Слушай внимательно, передашь команде. Ответственность за дом особого назначения от облсовета перешла к чрезвычайке. Авдеев и компания улетучились навсегда, самому на фронт. Ну, а тех, кого в воровстве, заметим, тех арестуем. Ясно? Так точно. Ясно. Порядок отныне такой. В комендантской не рассиживаться, с заключенными в разговоры не вступать, вещей царских не трогать. Карать будем беспощадно. Кто не с нами... Тут против нас. Ступай. Есть. 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 Один. Который в самые комнаты к ним ходит, Клещев. Как с ним, а? Ну, если еще такое увидишь... Доложи. Так. А что до этого было, не твоего ума дело. Понял? Так точно. Понял. Кругом марш. Есть. А ты кликни ко мне Романова. Слушаюсь. Извини, Леня, дела. Видишь, Яша, как оно получается-то. Город, вероятно, не удержим. Да как бы здесь только худо. Нужен совет твой, Леня. Да. Эвакуация на носу, а мама уперлась намертво. Скажи ей, где будем жить, когда вернемся. Я тебе не девочка, чтобы, сломя голову, лететь неизвестно куда. Ну, знаешь ее. Да. Очень опасаюсь, как бы не стали преследовать ее, допрашивать, мучить. Не исключены погромы. Что делать, Леня? Слушай, Яша, а что, если тебе обратиться к тому доктору? Он преподавал у вас в фельдшерской школе. Он из эсеров, я думаю, как вариант стоит попробовать. С таким странным именем. Кенсарин Сергеевич Архипов. Да. Спасибо, друг. Я ему напишу. Видеться со мной не желает. Хотя я закрыл глаза на его партийную принадлежность, не тронул его. Что? Романов. Можете садиться. Свободен.
Сегодня сделаем опись золотым вещам, вашим и вашей семьи. Прошу снять кольца, браслеты, прочие драгоценности. Перепишем, опечатаем и вам же оставим на хранение. Нельзя ли полюбопытствовать, чем вызвана сия мера? Мера сия вызвана весьма неприятным обстоятельством. Разумею пропажу вещей ваших по вине прежней охраны. Смею уверить, что приложу все усилия для нахождения похищенного и примерного наказания виновных. Добрая новость. Уж не будет ли мне разрешено заниматься физическим трудом? Например, чистить сад. Действия мои вызваны не личной приязнью, а исключительно требованиями революционной законности. Вы являетесь заключенным и как таковой должны исполнять тюремный режим. В отличие от вас, Николай Александрович, я много дней провел в холодной, сырой одиночке, откуда по утрам топчан с табуретом выставляли в коридор. Ночи же коротал в комнате допросов перед огромным портретом государя-императора. Извини, Леня. Я сейчас. С кем имею честь? Вайнер Леонид Исакович, член городского совета. Хотел бы немного побеседовать с вами, если не нарушу ваших планов. Что вы, какие планы у заключенного, извольте? Каким полагаете предмет беседы? Не стану скрывать, весьма любопытно, что за человек правил нами 22 с лишним года. Как оправдаете вину свою перед народом, Николай Александрович? Извольте, извольте. Коль вы оправдаете сначала свою. За 80 лет, вплоть до 905 года, в империи было казнено людей менее, чем сегодня ежедневно. Расстрелы без суда и следствия стали нормою, и не только имущих, но и самих рабочих. За 10 минут задержки состава комиссар на перроне, например, стрелял начальника станции, телеграфиста и стрелочника. Вот. Ввиду объявления военного положения революционный штаб арестовал наиболее видных лиц буржуазии и представителей партии, принимающих участие в выступлении чехословаков, и будет содержать их как заложников. При контрреволюционном выступлении заложники будут расстреляны в первую очередь. Как оправдаете? Отдаете ли себе отчет, куда ведет сия мораль, позволяющая казнить не за вину, а за тем, что властям почему-либо потребно? И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Я согласен с вами. Расстрелы заложников чудовищны. Их ничем нельзя оправдать, можно лишь пытаться объяснить ужасами военного времени. Но скажите, большевики ли затеяли мировую войну, а после гражданскую? Сбывается пророчество, Николай Александрович. Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющим поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Библию цитируете, а револьвер на боку не мешает? Нет, не мешает. Года не прошло, как в России утвердилась ваша безбожная власть. Церковь от государства отделили, на имущество отобрали, вероучение запретили, святые мощи осквернили. Расстреливайте крестные ходы! Еще 9 января. Имейте наглость вспоминать
погубили митрополита Киевского Владимира. Вечна ему память. Без союза государства с церковью Россия распадется на части. Было ее величие рассыпется в пыль. Николай Александрович, Николай Александрович, скажите, людям ли служит величие, когда одни народы подавляются другими? И вообще, кому нужен этот географический анахронизм государства российское? Ну, а что касается церкви, то она давно уже стала идеологом самодержавия. И Ленин прав, когда сказал, что по церкви надо ударить таким кулаком, чтобы она десятилетиями не смогла поднять головы. Ваше Величество, государыни и дети обеспокоены вашим отсутствием. Евгений Сергеевич, вот господин Вайнер рискует выступать в защиту нынешней власти. Полагаю, вам есть что сказать о революции и большевизме. Присоединяйтесь, пожалуйста. Жизнь моя взвешена, нет уж нужды таиться. Всякую революцию, господин комиссар, совершают честные фанатики, буйно помешанные и преступники. Приемы революционные к одному сводятся. Привить людям ненависть, натравить темные массы и использовать это для взятия власти. Вот суть ваших идей. Остальное ложь. Это все? Это не все. Присяги, данные государю на кресте и святом Евангелии, народ русский не сдержал. И за преступление это платит. И старицей расплатится еще в тисках кровавой большевистской тирании. Ас есмь Бог отмщения, и ас воздам. А теперь, если угодно, расстреляйте меня за эти слова. Ну, расстрелять мы вас всегда успеем. Господин Вайнер, вы еврей? Да, еврей. Ну, конечно, конечно, ведь в нынешней России власть советская отождествляется с властью еврейской. Ну, как же, Ленин, Луначарский для массы сохраняют значение имен собственных, а Бронштейн, Троцкий, Апфельбаум, Зиновьев воспринимаются как имена нарицательные, как символ всего еврейства. Толпа не способна пока проводить различия между Рубинштейном, гением музыкальной культуры, и Бронштейном, гением кровавых социалистических операций. Никто не скажет, что народ русский весь состоит из Лениных. Равно как никто не делает ответственным за Джека-потрошителя весь английский народ. Но если в каком-либо событии участвовал хотя бы один еврей, массы относят это событие к разряду совершенных всем еврейским народом. Такова психология масс. И повинны в этом, кстати, сами представители вашего горестного племени. Вот как? Вот так. Ибо ведь любое обвинение в чем-либо одного только еврея громогласно объявляется антисемитизмом и оспоривается именем целого народа. Этот вселенский шум принимается массою как голос всего еврейства. Подстегивает ее на эксцессы. Народ русский в евреях видит главных виновников революции, виновников всех бед, Россию постигших. Еврейский народ должен за это ответить. Такова злая человеческая психология. Десятки тысяч ни в чем не повинных жителей забытых Богом местечек жизнью должны будут заплатить за изуверские эксперименты соплеменников своих, Зиновьевых, Троцких. Я весьма благодарен за столь высокую оценку евреев. Революция под нашу дудку.
Плохо же, господа, выходит, по-вашему, великий русский народ, если позволил вертеть с собой кучки инородцев. Допустим, двое впрямь злодеи, так что, по-вашему, выходит горе всему народу? Я только одного не могу понять, Николай Александрович. Как вы, на словах исповедуя гуманные христианские принципы, десятилетиями отказывали евреям в правах? Черта оседлости, запрет на возделывание земли. Процентные нормы. Да, процентные нормы. Да мало ли еще утеснений, сколь нелепых, столь унизительных. Ведь, может, и погромы еврейские вам по душе? Ну, знаете ли, я этого не заслужил. Мне, господа, довелось видеть погромы. В Гомеле. Я жил тогда в Гомеле. Сначала они поджигали дома и лавки. Потом стреляли по убегавшим евреям. А после добросердечные христиане вбивали гвозди в глаза еврейским младенцам. Вот каких патриотов защищал православный государь. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Скажите, есть ли на свете нации более униженные, более гонимые? Какой народ столько выстрадал, все-таки находил в себе силы подняться? И не ясно ли, господа, чего велика доля евреев в рядах российских революционеров? Господин Вайнер, борьба с еврейским вопросом – это не с народом еврейским борьба, а с ложью социалистических учений. Израиль дал миру Пресвятую Деву, Матерь Божью, Мессию Христа, великих проповедников учения любви, апостолов Павла, Иоанна, Петра. Но были иудейские мыслители, мечтавшие строить земную жизнь вне законов человеческого естества, притворяющие Христовы начала, отношения людских, формы социалистические, формы насилия, зверства. Вы хотите создать утопическое государство, не считаясь ни с безмерным пространством России, ни с ее многонациональным населением, ни с ее природой, ни с ее религией. Вам чужд имперский блеск России, ее державная поступь. Вам еще придется вернуться на путь абсолютной власти, но в кощунственном и кровавом искажении ее идеи. Абсолютная власть, лишенная Божьего благословения, ничего страшнее мир не знал. Если вы знали, что России грозит столь страшное будущее, что же вы добровольно отреклись? Я тут набросал черновичок. Послушай, Кинсадин Сергеевич, обращаюсь к вам с огромной человеческой просьбой. Вы должны помнить мою маму, Эстер Моисеевну. Положение на фронте тяжелое, возможно, эвакуация, она ни в какую, хочет остаться здесь. Очень за нее опасаюсь. Могут преследовать, допрашивать, мучить. Не исключены погромы. Я знаю, что вы решили остаться здесь со своими принципами, но защитить безвинную старуху — это по вас. Помните, что мать совершенно не разделяет взглядов моих. Виновна, следовательно, лишь в том, что родила меня, а также в том, что любила меня. Надеюсь, во имя наших с вами давних отношений, вы не откажете моей старой маме в содействии... Лень, в содействии и или в содействии е? Что? В содействии и или в содействии е? В содействии. Правильно. В случае преследования ее только за то, что она моя мать. Очень я вас прошу, помогите. Ну, как? Да-да, все в порядке. Леня, проверь,
ошибки. Скажи, Яша, вам чрезвычайно случалось расстреливать тех, кто сам не повинен, а платит за чужие грехи? Я не понимаю тебя, Лёнь. Ты кого имеешь в виду? Ведь вместе с царем может пострадать кто-нибудь из его семьи. А царевич сыну твоему ровесник, ты способен на это? А-а-а, вон ты куда. Способен, Лёня. Конечно, способен. За счастье людей не дрогнет рука. Прости, Яша, но ведь это ничем не оправданная жестокость. Сильно удивляешь, Леонид. Ведь сам учил пролетарской классовой морали. Нет просто людей. Кто не с нами, тот против нас. А нынче рассуждаешь не как пролетария, как черт знает кто. Но разве могу сравнить царскую семью, тех, кого в чрезвычайке расстреливаем, с погибшими нашими товарищами? Расстреливаем ведь паразитов, а не людей. Ты ловишь в голове вошь и давишь ее. Причем здесь жестокость? Клещев! Слушай, Яков Михайлович. Отнесешь по адресу. Хорошо, Яков Михайлович. Сильно удивляешь, Леонид. Да, что же до царской семьи, наконец прояснилось. Вернулся Голощекин. Исай. Скажи, Николая решено расстрелять? Всем поделюсь, Леня, всем. Ничего не утаю, но только не сейчас. Извини, дело. Николая решено расстрелять? Допустим. А семью? Семью? Тяжелая, грязная и неблагодарная работа, Леня, отстаивать чрезвычайки, завоевание революции. К чему тебе подробности? Вы всю семью расстрелять? Послушай, Сай, мы ведь с тобой друзья. Когда о чем я просил тебя? Скажи теперь правду. Да. Кто решил? Чье решение? Свердлов на съезде сказал, революция в своем развитии вынуждает нас к целому ряду таких актов, которым в период мирного развития мы бы никогда прибегать не стали. Вынуждает. Постарайся это понять, Леонид. Положение тяжелое до крайности, до предела. Ресурсы обороны иссякли, падение города, вопрос нескольких дней. Но почему не эвакуировать? Ты же вернулся, значит, путь свободен. Поздно. Слишком велик риск. Рисковать так мы не имеем права. Но почему ты? Почему именно ты, Иса? Пусть русские сами решают судьбу своего царя. Зачем нам мешаться? Что с тобой, Леня? Русские, не русские, так к черту национальность. Рабочие солдаты любой нации попросту не примут иного решения, не поймут. И потом, если на то пошло, еврей там будет один, Юровский. Этого довольно. Ты организовал, он исполнил. А после нас хоть 100 русских все равно скажут, евреи виноваты. Кто скажет? Черносотенцы, монархисты. Погромщики! Пусть кричат сколько угодно. Чем яростнее эта свора кидаться будет, тем скорее себе шею свернет. Сай. Сай, там невинные люди. Невинные! До чего дойдем, если невинных казнить станем? Сумеем ли остановиться? Сумеем. Потребуется партия остановит. Подумай, подумай, какой чудовищной цепи преступлений начало кладем. Начало положили те, кто мучил и терзал народ, не начало. Конец цепили они. Ничем убийство ребенка не оправдать!
прольется, когда сплотятся вокруг него монархисты. Страшное решение. Страшное, но неизбежное. Мы не щадили себя. И вправе быть беспощадны к врагу. И вот тебе еще одно на память из Библии. Ас есть Бог отмщения. И ас воздам. А теперь все, Леонид. Все, уходи. Я не могу больше с тобой разговаривать. Уходи, Леня! Нет. Нет, я не уйду. Я не уйду, пока не узнаю, кто решил. Чье решение? Совнарком? В ЦИК? Где бумага? Возьми себя в руки, Леонид. Бумаги нет и быть не может. Решили Свердлов и Ленин. Ленин сказал, мы не можем оставлять им живого знамени. Особенно в нынешних условиях. Советская власть на волоске. Сплотите ряды. Пусть каждый коммунист знает, компромиссов не будет. Полная победа или полная гибель. Сай, там невинные дети, невинные. Подумай, Шай. Вспомни Витебск, праздник Хедери. Мы ведь тоже с тобой были детьми. И была у нас жизнь. Не отнимай его других, Шая. Пощади их. Встань. Остановись, Леонид. Историческое заседание. Опаздывать грех. Чего исторического? На нашу долю пустяки. Такие пустяки в историю вхожи. Все ж зачем ты льва до выдачи не спросил? Повторяю, Троцкого в Москве не было, с фронта не вылазит. Эх, славно выходит. Одного жаль. Столь пикантные дамочки, а без употребления покидают. Кто о чем шивы о гребешке? Ну ладно, хватит, хватит. Шутки в сторону. Прошу внимания. В Москве договорились так. Как покончите, в Кремль даете телеграмму приблизительно такого содержания, самую обычную, без шифровки. Ввиду приближения чехословаков и раскрытия крупного контрреволюционного заговора, да не забудьте отметить, что документы о заговоре в наших руках, по постановлению Президиума областного совета, Николай расстрелян, семья эвакуирована в надежное место. Запомнили? В надежное место.
Если у Москвы возникнут вопросы, разъяснение дадите нашим шифрам. Понятно? Филипп, объясняться вместе будем. Итак, областной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и революционный штаб постановили предать смерти кровавого палача России Николая Романова с семьей. И все. Все. Кончаем официальщину. Все свои. Предложение. Указание. Действовать по особому сигналу. Детали на ваше усмотрение. Расстреливать в доме, соблюдая максимум конспирации. Яков. В апартаментах расстреливать считаю неверным. Сподручней внизу. Есть подходящее помещение рядом с кладовой. Согласен. Действовать ночью. Зачитать 2-3 фразы и пли. Состав группы. Предлагаю так. Я, Медведев, ну и люди мои из чрезвычайки, что охрану несут. Да, и непременно представители исполкома. Вы сознаете, надеюсь, меру своей ответственности? Если что сорвется... Не сорвется. Ну, малыш, я должен буду скоро уехать. Надолго. Далеко. Я с тобой. Нет, нет, тебе со мной нельзя. Ты должен остаться с семьей. Береги мама, сестер, один мужчина будешь. С тобой поеду? Нет, нет, тебя со мной не пустят. Дурному не верь, что обо мне услышишь. И еще, мстить никому не нужно. Довольно лить кровь, кто-то должен остановиться. Тогда есть надежда. И последнее. Что будем делать с Боткиным и прислугой? А тут не об чем рассуждать. Прислужники поведением своим доказали преданность всероссийскому убийце. И тем обрекли себя на смерть. Мальчишку расстреливать не дам. Яш, ты спятил? В наследнике ж самая опасность. Да не об нем речь. Поваренка не трону. Отпущу. Так, ладно, это мелочи. Кто там остался? Доктор, горничная Демидова, повар Харитонов и лакей Труппп. Ну, на одно П мы его укротим. Вот. Чуть не забыли. А с трупами как? Тут по-простому нельзя, тут подход особый нужен. Верхоседские товарищи приискали место. В 15 верстах, не доезжая Коптяков, есть заброшенные шахты. Урочище четырех братьев называется. Отныне будет называться урочище четырех сестер. Ну вот, на Верхоседских и возложить истребление трупов. А контроль поручим товарищу Войкову. Как химику с европейским образованием. Кислоты, бензину последнего не пожалеем. Ир никогда не узнает, что мы сделали с ними. Пошли нам, Господи, терпение. В годину страшных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с твоей кротостью встречать. И в дни мятежного гонения, когда захватят нас враги, сносить позор и унижение. Христос Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Ваше Величество, Ваше Высочество, в городе неспокойно, ждут стрельбы.
Юровский поднял, просит всех спуститься в нижние комнаты.